Привет, привет! Сегодня мы опять на выезде. Погода, то солнце, то дождь пошел. Ну, хожу вот здесь по посадке. Здесь когда-то были позиции тыловые. Все уже пересажено посадками. Вот такие вот остатки землянок еще кое-где видны. Хожу, вот для первого интересного сигнала ждал. Попалась первый сигнал, не первый сигнальчик, но первый достойный сигнальчик. И это у нас лямка на пушках. Вот такая вот. Редко мне выпадаются они на пушках. В основном обыкновенно, но вот сегодня повезло. Покажу потом по чуть-чуть. Так что тут вот распахано, все хожу. Ложка попалась. Ну, не знаю, тут на деревяшку насаживался, и ручка была. В любом случае такая вот попалась. Вот такая вот шайба от снаряда. Скорее всего, немецкий. Ну и голова от русского снаряда. Возьму. Продолжаем. Ну вот, вернулся на одно место, где копал. До этого были бутылки, тарелки. Но все интересное завез домой. Может, в конце сниму. Ну вот такие тарелочки битые. Такими вот рисунками. Такая вот. Батарейки, кстати, попадались. Остерегаться подтеков, по-моему. Подтеки, что такое? Назывались они гном. Где-то я тогда читал. Целая бумага была. Ну, также разных стаканов битых. К сожалению, со стаканов ничего целого и что можно собрать, не удалось. Но их тут было очень много. И причем такого одного похожего. Тут такие кружки. Тут побольше. Попалась вот такая у меня целая бутылка. Квадратная. Тут даже с остатками каких-то надписей. Ну вот одна целая. Что тут было? Подковка. Куча от керосинок, от этих вот стеклянных навершей, патрончики, цинк, всякая жбонь. Вот вернулся продолжить. Ну, вылетела такая штука. Это от сигнальной ракеты. Я тут находил их в большом количестве. Ну, вот сегодня первый цветной сигнал. Такой. Ну, продолжаем. Ну что ж, продолжаем копанину. Вот глубоковато так почти. Ну, сантов 70. Идут вот так патрончики. Они, наверное, были в сумке. Сукно такое снимается. Вот пули белые. Сейчас извлеку. Посмотрим. Ну что ж, там оказалось подсумок, скорее всего. Чистки были видны, остатки материала. Ну вот, посмотрите, какой сохранчик просто. Желтенькие белые пули. Ну, с той стороны похуже, конечно. Но здесь сколько это? Так, 10, 20, 30, 40, 50, 60 штук где-то получилось с одного места. Но нам это, конечно, не надо. Остается дальше догнивать здесь. Белые пули. Ну, капсулям, конечно, вот этих металлических обоймах уходят. Верха хорошие, низы. Вот здесь такого старого образца еще с круглой пулей. Вот так. Продолжаем.
очередная находочка. Солдатская кружка, сделанная из консервной банки. Вот такой вот момент истории. Правда, ушедший уже. Ну, интересная вещь. Продолжаем. Ну что ж, вот здесь вот кружечка. А вот здесь напикал я пуговицу. Да еще и на пушках. Отличный, в сохране. Шикарно. Правда, вот это вот... Мне кажется, трещину их по центру постоянно, где пайка. Ничего, с ушком. Но братья Бух будут. Санкт-Петербург. Братья Бух на пушках. Редко вот на пушках мне попадаются, не говоря про топоры уже. Ну вот такая вот хорошая находка. Сейчас тут повнимательнее посмотрю. Продолжаем. Неожиданная находка в одной из землянки. Наборчик вот таких вот пуговиц. Что здесь делали? Советские или какие тут? АОММФ 87. Так, еще маленькая вот. Три пуговицы. Интересно. Продолжаем. Зацепился за очередной сигнальчик в углу земляночки. И у нас вышла саперная лопата. Местами в шикарном сохране. Местами нет. Вот тут клейма либо слева, либо справа. Но она лежала как раз таки вверх этим местом. Лучше бы задней стенкой. Ну такая, вот кончик подвел, конечно. Здесь вот остатки еще. Наверняка был черенок на его рассандалил. Не знаю даже. У меня этих лопат, если честно, уже штук 15. Ну может и эту заберу. Попробую с ней что-нибудь сделать. Продолжаем. Ну, докапал-то место с лопатой, следом за ней вышло 4 обоймы патронов Мосина. Такие пули бодрые, капсуля там убитые. Вставляем их догнивать. Патронов, конечно, здесь можно накопать ящиками, наверное, если задаться целью. Но как-то так. Продолжаем. Ковыряю в эту земляночку, он там, где в углу нашел патроны с лопатой. Вот в корнях вот этого дерева нашлась вот такая вот штука. Я не знаю, это монета или какая-то медаль обрубленная. Ну, скорее всего, монета, я таких не видел. Император Николай II написано. А с другой стороны вот такие вот портреты и что-то там снизу написано мелким. Память, что-то. А это о доме Романовых, может, это или как там что-то такое, где-то краем помню. К сожалению, она уничтожена. Но я думаю, если бы она была целая, она бы здесь не валялась. С большей вероятностью. Ну, интересно. Ну да, что-то в память. Надо чистить, смотреть. Прекрасно было, если бы это целое, но. Она такая зализанная, все, не знаю, может и монета, без понятия. Буду изучать. Продолжаем. Очередной
забытый боекомплект. Они так слиплись. Ну вот интересно, чем, что тут был даже в пачке. Вот если разбирать, они картоном вот переложены таким. Сколько тут еще? Две. Итого здесь 10, 15, 20, 25, 35, 45 патронов. Вот. Картон даже еще довольно-таки плотный. Но, как говорил, в обоймах металлических с охраной на капсуле оставляет желать лучшего. Иногда попадается, правда, в сохране отлично. Вот такие вот, такое вот эхо войны Первой мировой. Мы будем двигаться дальше. Ну что ж, сегодняшний день может быть окончен очень прекрасной находкой. Смотрите, фляга. Не знаю, целая, не целая. Сейчас буду извлекать, но вот так по контуру целая. Главное, чтобы горло на месте было. Давайте будем вместе ее извлекать. Горло есть. Целое горло. Смотрим. Целое. Отлично. Повезло. Повезло. Прекрасно. Моя вторая фляга с этого места. Много битых здесь находил. Ну вот. Праздник сегодня на моей улице. Прекрасная находка. Такая небольшая, мне кажется, она. Или кажется. Ладно, сравню. Вот так, сейчас тут еще поковыряюсь. Может еще что есть. Потому что она цветмет звенела. Лопатой чуть-чуть заехал. Все, ура. Продолжаем. Ну что ж, сегодняшняя находка оказалась жетон памятный о Великой войне 1914 год. Вот здесь должно быть ушко, петелька такая, но, к сожалению, он почему-то весь травмирован. Вот спереди портрет Николая II. Написано император Николай II. И здесь изображение, я так понял, императоров. И вот снизу подпись. К сожалению, слабовато, но видно. В память Великой войны. Вот такая вот вещичка неплохая. К сожалению, чуть-чуть не кондиция. Но все равно хорошая находка. Также покажу вам находки, которые были найдены именно на этих позициях. Именно вот где найден сегодняшний жетон. Вот эту прягу помните из предыдущих видео. Она тоже бита. Любили в этих местах ее вещи помять. Такая. А вот я говорил, нашел прягу был. Это было найдено, не знаю, лет 8, может и больше. Пряга в идеальном сохране. Новая, можно сказать.
так вот она выглядит. Шикарный сохран. Также здесь был найдена кокарда ополченца вот за веру царя Отечества. Тут все обломано, все крепежи. Вот такая вот тоже в сохране, бодром, слегка затерта по центру. Также здесь было найдено медаль, но это такая уже революционная. . 1917 год. Свобода, равенство, братство. Сохран, как всегда, порадовал. Такая вот шикарная находка была. Но это тоже лет, не знаю, 8. Ну вот самое-самое с этих мест, это, конечно, полковой знак. 116-й Малорославецкий полк. Вот в таком он, опять же, шикарном сохране. Найден был вот полковник и серебряная монетка рядом. Два в одном. А, ну и также была еще шестерочка найдена, погонная. Уже не буду показывать. Вот, с барашком. Была металлическая шайба, которая была сильно прикипела. Вот остатки даже видны. Вот такие вот места хорошие, где я копаю. Копал сегодня. Думаю, там еще много чего можно хорошего найти. Так как там в практически раньше, давным-давно, вот когда лет 15 копал кто-то, копали кто-то. Сейчас там следов не видно, только я. Ну, находки идут, что радует. Все, увидим на следующем выезде. Пока-пока.